Друзья, всем привет! Вы как обычно на моем канале. Сегодня вам покажу просто улетный салат из капусты, буквально с простых ингредиентов и за считанные минуты. Возьму половину кочана молодой капусты и мелко нашинкуем. И сразу необходимо подсолить, чтобы капуста уже начала работать и отдавать свой сок. И немножко прижмем ее. Отлично, пересыпаем все в салатник. Салат станет разнообразнее и вкуснее, если мы добавим хотя бы помидорку одну и один огурец. Помидор изначально разрезаем на половинки. Удаляем эту серединку. И будем его нарезать произвольными кусочками. Сначала на такие вдоль. И затем имитированными кубиками. А у огурца обрежем края. Разрезаем его вдоль и нарезаем на такие дольки. И добавляем все в салатник. Для того, чтобы подчеркнуть сезонность нашего салата, возьмем зелень, любую на ваше усмотрение. Я беру зеленый лучок и кинзу. И все измельчаем. Также это все дополняем в наш салатник. И сейчас, друзья, займемся нашей заправкой. Изначально натираем несколько зубчиков молодого чеснока. К нему добавляем настоянное на розмарине оливковое масло. Также добавим цветочный мед. Выжмем сок лимона. Добавим где-то чайную ложку горчицы. И соевый соус. И все хорошо перемешиваем. И заправляем наш салат. Перемешиваем. Конечно же, попробуем. Друзья, видите, отличный вкусный салат готов. Простые ингредиенты, готовится очень быстро. Обязательно повторяйте. Спасибо отдельное тем, кто подписывается на мой канал. Ставьте пальцы вверх. И как всегда, всем пока. До новых встреч.